Всем привет! YouTube удалил два видео с моего канала. МК-Ультра Пиццагейт, часть 3, и МК-Ультра Воздействие через культуру и искусство, часть 4. Я догадываюсь о причинах удаления. Рассказывать эту историю я сейчас не буду в целях экономии вашего времени. Третью часть придется переделывать полностью, потому что того материала, который я считаю причиной удаления, там слишком много. Сейчас я заново выкладываю часть 4. Я вырезала оттуда тот контент, который я считаю причиной удаления. Добавляю вот это маленькое предисловие и выкладываю на своем канале заново. Поэтому те, кто смотрел часть 4, пожалуйста, не удивляйтесь, что она снова здесь появилась. Всем привет! Я уже планировала закончить с историями про МК-Ультра, проект «Монарх». Вот. Но у меня еще осталась информация, которую я не рассказала в прошлых роликах, чтобы сэкономить время, покороче их делать. И потом мне еще в комментариях написали про несколько фильмов. И я решила, что я все-таки вот это сейчас запишу. Может быть, это не так супер интересно. Мне нравятся такие комментарии, когда мне пишут там про фильмы, видеоигры, сериалы. Получается, что люди замечают что-то. И тоже это где-то откладывается в памяти или на подсознании. Получается, где-то это воздействие все-таки происходит. Значит, по поводу МК-Ультра и программирования подсознания. Мне кажется, что наиболее эффективно все-таки это начать процесс с рождения, а лучше до рождения. И начать максимум до 6-7 лет. Но вот жертвы, они говорят об этом, о том, что они с рождения подвергаются этому воздействию. Но в фильмах, которые мы с вами смотрим, и в книгах там про шпионов, там обычно все начинается где-то в 18, 20, 30 лет, вот это воздействие. Может быть, есть такие жертвы, которые подверглись вот уже во взрослом возрасте. Я пока таких не встретила, но их очень много, и, может быть, мне попадется информация. То есть пока для меня это вопрос открытый. Я прекрасно понимаю, насколько эффективнее программировать с рождения. В связи с тем, что мозг ребенка имеет определенный этап развития, и действительно первый год жизни, каждый месяц в жизни его что-то происходит, и следующие годы там очень важные этапы, и если знать, что происходит на каждом этапе, можно действительно четко манипулировать. Вот. Что касается взрослого возраста, ну, здесь как бы мне кажется уже сложнее, хотя теоретически, да, если воздействовать теми способами, про которые я говорила, то, может быть, и это тоже бывает и в 20, и в 30 лет. У хозяев есть рабы с прямым доступом к телу и к голове, то есть вот эти, которых они берут с рождения и подвергают воздействию, потом нам показывают на экранах или используют по другим способам назначения. Вот. И с помощью этих рабов они управляют нами, рабами низшего уровня. Как они это делают? Через культуру, через искусство, то есть кино, литературу, музыку, архитектуру. Они все это таким образом создают, чтобы нас оболванивать, запугивать и чтобы мы деградировали. Некоторые люди думают, что искусство отражает жизнь. На самом деле оно не отражает, оно ее создает. То же самое телевидение. Это не отражение реальности, это программирование реальности. Вот есть люди, которые думают, что сейчас так много на экранах насилия, боевиков, вот фильмов ужасов, потому что в мире сейчас очень много насилия. В США, например, разрешено огнестрельное оружие. Но на самом деле взаимосвязь обратная. То есть когда мы с детства вот это все видим, тут льется вот это кровище с экрана, естественно, и мы привыкаем к тому, что нам показывают, убить человека – это как в туалет сходить, да? И мы вот это, постоянно это видим и воспринимаем как норму. И мы даже сами
не хотим задумываться о том, насколько мы состоим из того, что мы с детства видим, слышим не просто там в своей семье, а именно вот с экранов. На 90, наверное, процентов мы во взрослом возрасте состоим из того, что вот льется на нас. Но нам кажется, что у нас есть какие-то свои убеждения, у нас есть своя точка зрения. Откуда-то вот она из глубин нашей личности выходит. На самом деле она лепится, как пирожок. И мы это не замечаем. Вот так вот оно постоянно капается, капается. Потому что если вы, допустим, несколько лет не будете смотреть вот эти фильмы, да, боевики, даже год не будете смотреть, потом вы включите, вы будете думать, как я на это смотрела. Это невозможно. Это как убивать себя. Вот прийти в кино, заплатить деньги, сидеть, есть попкорн и смотреть вот на эту вот льющуюся кровь. Ну, это какое-то просто, ну, странное времяпрепровождение. Это разрушение себя. По поводу музыки. Вы наверняка знаете, что сейчас используется частота 440 Гц, а более гармоничная частота 432 Гц является запрещенной. А вот. И сейчас про это есть информация, можно почитать, послушать, как звучат инструменты музыкальные вот, на разные частоты настроенные. И что касается современной музыки, то ритмы эти вводят нас в транс. Вы видите, иногда люди идут рядом с вами там, или стоят, музыку слушают в наушниках, и у них руки, ноги дергаются. Музыка льется отовсюду, даже если вы дома, в машине, там везде выключаете, все равно вы куда-то заходите, в какой-то торговый центр, например, или магазин, все равно вы слышите это все. И еще в торговых центрах используются специальные запахи, чтобы людям нравилось там находиться. И все время какие-то объявления говорят, то есть покоя нет вообще, все время идет какое-то воздействие на нас. Ну, я не говорю про всякие там яркие рекламные растяжки и такие мерцающие экраны с рекламой, которые глаз просто останавливается, не может пропустить, и вот это все, оно все время на нас воздействует. Я недавно прочитала книгу Даниэля Эстулина «Тавистокский институт». Вот, много интересного там нашла. Она, конечно, сложновато написана, но там такой достаточно серьезный подход, и мне понравилось. Я вообще обычно открываю конец и смотрю список литературы. И когда я вижу, что человек там приводит кучу источников, я понимаю, что действительно это серьезная книжка, надо брать. Тавистокский институт я раньше связывала только с группой Beatles. То есть я знала, что в этом заведении создали вот этот вот лейбл, и все там четко расписали. Вот. Но я не думала, что это заведение, оно гораздо шире работает, чем только создание одной группы. Значит, по поводу Beatles, там есть конкретная формула. Это четверка, у каждого свой имидж, свои там, свой как бы характер, и все это прописано, и их регулярно заменяли на двойников. Про это есть информация, даже в русском интернете можно посмотреть. Вот, и потом, после этой группы, когда было понятно, что эта формула работает, стали появляться другие группы, и мужские, и женские, и черные, и белые, и это является иллюзией, что музыкальные группы создаются в гаражах. Это неправда, там все четко выверено, и если вы сейчас на современные группы посмотрите, там периодически заменяют участников, и видно, что есть кастинг, то есть это не то, что какие-то одаренные подростки там собрались, занимались самодеятельностью, их какой-то продюсер случайно нашел, но это все опять же сказки для быдла. Даниэль Эстулин высказывает версию, вот что интересно, да, в этой книге, что я хочу сказать, что известные писатели, в частности фантасты и философы в 20 веке являются секретными агентами спецслужб. Вот. Ну, про фантастов он говорит, про Герберта Уэллса и Олдоса Хаксли. Вот. Он упоминает Джерома Дэвида Селлинджера. Я даже в Википедии посмотрела, да, упоминается, что он работал в контрразведке. Его известный роман «Над пропастью во ржи» очень знаменитый, он культовый, он такой распиаренный, его в Америке в школах изучают. Вот. И есть версия, что этот роман является триггером для убийств.
как минимум, убийца Джона Леннона Марк Чепмен в день убийства купил эту книгу, что-то там надписал и упоминал ее в своей речи в суде. Странное произведение, очень депрессивное. И автор после вот этого романа написал буквально, по-моему, 9 рассказиков. Одна такая тонюсенькая книжечка, я читала на английском, ничего интересного. Просто какая-то общие места. И по стилю совершенно не похожи. Вообще как будто разные люди писали. Вот, значит, что говорит Даниэль Стулин? Что писатели выполняют заказ, вот эти фантасты, в частности, что они рисуют не светлое будущее, а очень мрачное будущее. И плюс они очерняют людскую природу. То есть это нас программирует. Нам внушают, что сейчас все плохо, люди ничтожны, они тут все испортили, планету всю загрязнили. Вот. А дальше будет еще хуже. И вот вспомним роман «Война миров» Герберта Уэллса. Пришельцев победили бактерии, то есть самая примитивная форма жизни. Вот, а вспомним окончание романа «Конец детства» Артура Кларка. Человечество гибнет, вливаясь в сверхразум. Причем вот эти сверхправители это формулируют так, что это естественный путь развития. Все другие цивилизации так вот влились в сверхразум. Это нормально, мы тут все объединимся, мы будем бессмертными. Но на самом деле происходит гибель человеческой цивилизации. То есть людей не остается на планете. Вот, еще Даниэль Стулин упоминает такого замечательного, тоже культового писателя Кена Кизи. Известный у него роман «Пролетая над гнездом кукушки». Я про другие не слышала его произведения, может быть, они есть. Вот, произведение, значит, написано под воздействием ЛСД. Вот, и главная мысль этого романа, что самые нормальные люди содержатся в психушке. Вот, я еще вспомнила в этой связи Говарда Лавкрафта. Это писатель жанра ужасов. Считается, что у него свой уникальный стиль. На самом деле, мне кажется, очень похоже на Эдгара Аллана По. А Википедия нам пишет: с детства у Лавкрафта бывали кошмарные сны, но управлять ими или проснуться у него не получалось. Существа с перепончатыми крыльями, которых он называл ночными мверзями, поднимали его в воздух и относили на мерзкое плато Лэнг. Эти переживания писатель использовал в своем творчестве. Вот такой замечательный писатель. Тяжело его читать, это просто какой-то очень сильно давит на мозг. Там много оккультного, много мистического. Это явно под воздействием либо веществ, либо под воздействием каких-то книг оккультных. Потому что просто так из головы сесть написать, ну я не верю. Вот, я говорила в прошлом ролике, что сатанисты любят такой символ — красные туфли. У Ганса Христиана Андерсена есть сказка «Красные башмачки» про девушку, которая надела эти красные башмачки и танцевала, и не могла остановиться, и танцевала до самой смерти. Башмачки буквально приросли к ногам девочки. Измученная плясками в красных башмачках, Карен попросила палача отрубить ей ноги. Он это сделал, но это не помогло. Башмачки продолжали ее преследовать, и она умерла. Вообще сказки Андерсена очень странные, там очень много религиозных идей. Вообще европейские сказки – это просто какое-то торжество каких-то ужасов и абсурда. Вот, есть фильм 1948 года режиссера Майкла Пауэлла с таким же названием о балете по этой сказке. В конце фильма героиня бросается под поезд в красных пуантах. Она разрывалась между мужем и композитором. То есть муж запретил ей танцевать в этом балете, а ей очень нравился композитор, который написал музыку к нему. И она, хотя муж запрещал, она приехала, потанцевала, и вот там ее преследуют, и она, в общем, бросается под поезд, других выходов у нее нету. Вот, то есть внедряется идея о несовместимости счастья и искусства. И отсылка идет к Анне Карениной, где главная героиня тоже разрывалась между двумя мужчинами, и тоже других способов у нее решить свои конфликты не было. Еще что касается программирования через поп-музыку. Я говорила про книгу Кэти О'Брайен «Трансформация Америки». Я ее читала на английском.
Я не знаю, как на русский переводятся те кодовые слова и фразы, которыми обменивались при ней политики, то есть этот их секретный язык. И она еще упоминает фразы из каких-то сказок, песен. И они во мне все время отзывались, потому что я понимала, что я это много слышала в поп-музыке, потому что я ее много слушала, эту английскую музыку, и я не понимала раньше, что они там закодировали. Вот, сейчас становится более понятно. Ну вот какой она приводит пример. Ее пугали все время, говорили ей, что ты не можешь от нас спрятаться, убежать, что ты нам принадлежишь, и тебе некуда деться. Хотя, если бы она могла думать и сама рассуждать, мыслить, отдавать отчет своих поступков, она бы поняла, что она может оттуда сбежать. Но ее настолько с детства задурачили ей голову, и она, вот, естественно, она в это все верила. И ее пугали спутниковыми системами слежения, типа всевидящего ока. И ей говорили фразу такую: «You can run, but you cannot hide». Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться. И Кэти упоминает песню группы Police «I'll be watching you». Ну, Police — это полиция. Песня звучит как «Я буду следить за тобой». Там очень странный текст. В свете того, что мы уже с вами теперь знаем про программирование. Там есть такие слова: нарушенные клятвы, притворные улыбки, ты принадлежишь мне. Вот, и вот прям вот эту формулу, которую Кэти упоминает, you can run, but you cannot hide, я нашла в песне Depeche Mode, но, видимо, песня вышла позже, чем Кэти написала книжку. Тоже очень странный текст. И еще у Depeche Mode есть замечательная такая песенка «Господин и слуга». То есть можно посмотреть на оформление этого сингла, что там нарисовано. И якобы это про секс. Но на самом деле там все намного глубже. Вот такую песню я вспомнила, Fugees. «Ready or not, here I come, you can hide». То есть это «Готовы вы или нет, я иду, вам не спрятаться». Ну, это вообще там про гангстеров много в этой песне рассказывается. И вообще черные они любят про всяких вот про этих гангстеров петь. То есть как минимум в трех песнях вот есть вот отсылка к тому, что некуда деться, некуда спрятаться. Ну, на самом деле их гораздо больше. Просто это три, которые приходят мне в голову. И еще, значит, слова песен не стоит воспринимать как обращение к возлюбленному. Как мы привыкли думать. Что это такая романтика, там какие-то конфликты, трагедии описываются у людей, там несчастная любовь какая-то. А на самом деле часто описываются взаимоотношения исполнителя с высшим существом. Либо наоборот, исполнитель выступает в роли господина. Кэти упоминает сказку про Пиноккио. Мы ее знаем как «Приключения Буратино». Это отсылка к природе марионетки. То есть ей часто ее контролеры говорили, что вот ты наша деревянная кукла. И я напомню, в сказке есть еще куклы из театра «Карабаса-Барабаса». То есть Буратино там единственный оживший персонаж. Музыка, кино, живопись, литература – все это создается в лабораториях, в институтах, в закрытых обществах с конкретными целями и по четким формулам. Ничего случайного там нет. И то, что мы видим с вами с начала 20 века, это разрушение и деградация. А проплаченные говоруны, журналисты, исследователи, научные работники музеев вам будут с пеной у рта рассказывать сказки, что это естественный путь развития нашей цивилизации. Примитивизм, сюрреализм, кубизм, супрематизм, вот эти все измы, это не развитие, это тупик, это намеренное опускание уровня искусства и культуры. И «Черный квадрат» Малевича – это, если бы искусствоведы нам не рассказывали, не описывали какое-то гениальное произведение, что тут площадь черного равна площади белого, и если бы мы не знали, какие идеи Малевич подводил, то мы бы не знали с вами, что это шедевр. Вот, на самом деле это верх искусства оболванивания масс, вот такие произведения. А пиар таких великих художников, как Сальвадор Дали, Хуан Миро, это все делается намеренно, чтобы мы деградировали, чтобы мы воспринимали вот их бредовую мазню как новую форму изобразительного искусства. А уж на самом деле под воздействием каких веществ или каких
физических воздействий находятся эти люди или что у них там с головой, ну, это как бы все остается за скобками, типа вот гениальный и точка. Значит, я упомяну про несколько фильмов, где есть упоминания или МК Ультра, или проекта Монарх, или есть какие-то символы и кодовые фразы. Я показывала вам один сайт, где перечисляется много-много фильмов, где вот это все скрыто. Три фильма я сама посмотрела, и еще про четыре мне написали в комментариях, но я их тоже быстренько упомяну. Значит, что касается «Маньчжурского кандидата», я смотрела фильм оригинальный 62-го года. Ну, что касается именно как сделано, безусловно, это шедевр. Я люблю смотреть старые фильмы, потому что они сделаны очень, очень профессионально, выверено. Там все максимально качественно сделано. В отличие от современного, как ты жвачка пожевал, выплюнул, забыл ни название, не помнишь, ни сюжет, ничего. Вот, значит, что я заметила в этом фильме? В одной из сцен мы видим объявление, что в кино идет мультфильм «Пиноккио» Уолта Диснея. И когда мы вспоминаем, что жертвы рассказывают, что их заставляли часами смотреть произведения Диснея, и часто упоминают вот именно «Пиноккио», то это, я думаю, что это неспроста там проскакивает. Очень странное название. В фильме нигде нет упоминаний Маньчжурии вообще. Может быть, оно есть в книге, но я не нашла книгу, именно оригинал. Продается только обрезанная версия под фильм, вот более свежий, по-моему, 2004 года. Вот, но если мы возьмем с вами аббревиатуру «Маньчжурский кандидат» на английском, то будут те же буковки, что «Mind Control», «Контроль подсознания». Ну, это как-то тоже странно все. Один из героев не моргает 46 секунд. Хотя обычный человек моргает 20 раз в минуту, то есть примерно каждые 5 секунд мы моргаем. А я напишу в описании, с какой минуты надо посмотреть фильм. Потому что если я сейчас выложу кусок, то YouTube будет ругаться, что там нарушаю авторские права, может рекламу вставлять, и не хочу этого. А герой Фрэнка Синатры читает все подряд. Он перечисляет в одной из сцен темы книг. Изучение театра, рас, лошадей, шпионов, юриспруденции и так далее. То есть в нескольких сценах он лежит, допустим, и вокруг него груды книг по всей комнате. И мне кажется, это отсылка к сверхспособностям, потому что вот этот герой подвергался манипулированию в плену, а жертвы говорят, что у них фотографическая память, и они могут очень быстро много читать. Вот, и я думаю, что это неспроста. Ну и представляете себе образ Фрэнка Синатры, и вот как вот этот человек, что вот он сидит там, читает запоем книги, но это очень сложно представить. Манипулятором главного героя оказывается его мать и в книге, и в фильме. И еще есть у любимой драматургами конфликт матери и сына. Там у главного героя отец умер, и мать живет с отчимом. Вот, один из героев, как раз герой Фрэнка Синатры, упоминает даже Ореста и Клитемнестру. То есть он такой умный, он даже знает мифологию. Вот, это вообще частый ход сейчас, который используется, опорочить образ матери и женщины. То есть вся современная вот эта так называемая поп-культура, она постоянно нам продвигает, что женщина – это зло. Вот, и вообще постоянно разжигается конфликт между полами. Это делается специально, все эти движения, феминизм, это все придумано было и разработано, и неспроста. Значит, называют разное число коммунистов в Министерстве обороны США. И мне это напоминает, как журналисты выдают данные после терактов, сколько погибло людей, сколько там ранено. И это явно, как американцы говорят, психологическая операция, потому что никакой проблемы нет дать этим писакам одинаковые сценарии, когда что-то произошло. Нет, им специально дают тексты с разным числом жертв. Это делается, чтобы нас запутать, чтобы мы привыкали к тому, что постоянно на нас льется какая-то ложь. Вот. А здесь почему разное число коммунистов? Потому что вот эта мать, она является и манипулятором главного героя, и манипулятором своего мужа. То есть она его ведет как марионетку, он у нее политик. И он в какой-то сцене возмущается. Ты можешь мне сказать какую-то одну цифру? Почему я все время должен называть разное число коммунистов? Я все время путаюсь, я не могу запомнить. Вот.
И что еще не связано с МК «Ультра», но что я заметила в этом фильме, постоянно курят и пьют. Ни одна сцена не обходится без алкоголя и сигареты. Вот, еще какой я попыталась посмотреть фильм «Заводной апельсин» 1971 года. Великий Стэнли Кубрик его создал, который нас оболванил с высадкой на Луну. Вот, этот фильм я смотрела раньше, но в этот раз я буквально там 30 минут, и это просто невозможно, тошнотворное зрелище. Вот, я хотела посмотреть именно манипуляции, там электрошок, закапывание глаз, там какие-то иглы в глаза, но я до туда просто не дошла. Но по сюжету вот это медицинское вмешательство было произведено с целью сделать героя законопослушным гражданином. То есть он был преступником, а его с помощью вот этих вот воздействий сделали хорошим. Ну что я заметила за эти 30 минут? Значит, прекрасная музыка и сцены насилия. То есть даже есть драка в такт музыки. То есть наш мозг в конфликте находится. Он видит жестокость на экране, но это сопровождается красивой музыкой и выглядит очень эстетично. А бандиты одеты в белое. Белое – цвет чистоты. А в молочном баре герои пьют коктейли на основе молока с добавлением наркотиков. Но слово «наркотик» в фильме не говорят, а на стенах висят надписи. И из книги явствует, что какие наркотики добавлялись. Опиат, мескалин, галлюциноген. Галлюциногены. И надо обратить внимание на интерьер этого бара, какие там стулья, столы, какие там автоматы, откуда молоко льется. Вот, еще что я заметила, в одной сцене лежит бомж на улице и говорит очень правильные вещи про наше время. Но опять у нас раздваивается в мозгу, потому что такой опустившийся человек, которого вообще, он, ну что его, вот пройти мимо и все, да? А он при этом говорит очень правильные вещи, но опять вот раздвоение получается. Ну, еще я заметила в одной сцене шахматный пол. Говорят, что его очень любят сатанисты. И красные туфли. И фраза была такая из уст главного героя, еще до его исправления. Мне захотелось вернуться к старому доброму ультранасилию. Я думаю, что приставка «ультра» здесь неспроста. Значит, фильм... какой еще? Фильм «Чужой» 1979 года. Значит, что там я заметила? Кораблем управляет компьютер. Его зовут «Мать». И для этой матери интересы людей второстепенны. То есть, когда возникает конфликт привести вот этот зародыш чужого или сохранить экипаж, мать четко говорит, что интересы людей вообще, то есть люди могут погибнуть, это не важно. И опять же очерняется материнское начало и сам образ женщины. То есть, зачем компьютер называть мать? Непонятно. Среди семи членов экипажа есть один робот, и он с матерью в сговоре. Но люди не знали, что среди них робот, то есть их обманули. Вот. Единственное, кто остается в живых, это женщина, вот эта Рипли. И она похожа на мужчину. И может быть это транссексуал. Может быть, конечно, и нет, но она очень странная. Широкие плечи, двигается как мужчина, бегает с автоматом, там, действует очень так мужественно. Тоже это все не случайно. А дальше, там еще были фильмы, потом продолжения, я их не смотрела, но вот что я заметила. «Чужой 3». Значит, в этом фильме Рипли вынашивает королеву чужих. То есть уже идет смешение биоматериала человека и вот этих вот чудовищ. И у нее возникают какие-то чувства к ним потом уже. Естественно, раз она вынашивает, у нее уже материнские инстинкты появляются. А в фильме «Чужой 4. Воскрешение» мы видим клонирование, потому что она погибла в предыдущей серии, это Рипли. И мы видим еще и гибридизацию, потому что произошло смешение генов человека и чужого. И оно пошло Рипли на пользу. Ну, нормально, да? То есть вот оно, трансгуманизм, новый мировой порядок, пожалуйста, во всей красе. Вот. Естественно, она начинает уже сопереживать чужим, хотя это ее враг. Вот, еще какой фильм я посмотрела? «Секретный эксперимент». Ужасная гадость, редкостная. По-английски называется «Банши Чепта». «Банши» – это призрак. Значит, здесь рассказывается, молодая журналистка расследует случай бесследного исчезновения своего друга, который занимался изучением секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. Ну, что мне показалось интересным в этом фильме? Вначале идет нарезка из интервью политиков про МК «Ультра».
Выбраны самые бессвязные фразы, ничего не значащие. Все в какую-то кучу смешано. А, такая идея, что это все давно закончилось, и вообще никакой логики там нету. И вообще главная мысль фильма, что опыты были неудачные, и их свернули. И успокойтесь, товарищи дорогие, все давно прошло, зачем вы ворошите это вообще, это старье? Никакого МК-ультра давно уже нет. Опыты были над взрослыми, над психбольными, им только вводили сыворотку, никаких пыточных процедур не было. Значит, что еще здесь? Сыворотка изготавливалась из мозга умерших. От сыворотки пациент пропадал, то есть происходила телепортация. Затем он появлялся в соседнем помещении в сильно обезображенном облике. А мозг человека – это приемник. Например, один человек там называет химическую формулу, хотя сначала кажется, что это просто буквы и цифры. А вот, есть там такой персонаж, писатель, Томас Блэкберн. Он одна из жертв эксперимента. А считается, что его прототип – это писатель Хантер Томпсон, такой известный автор книги «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Это был экспериментатор в области наркотиков, писатель и журналист. Вот. А что касается этого Томаса Блэкберна, то последняя его книга называется «Великое шоссе», и там мне на обложке показалось, что пирамида есть. А может быть, это просто стрелка. Вот. В концовке никакой ясности нет. То есть полностью нас задурачили, и вообще непонятно, что, чем там закончилось. Вот, но единственная правда, которую я там увидела в конце, это то, что применяется электрошок для стирания памяти. И никакой ответственности за подопытного ученые не несут. Просто передают человека в другое подразделение, типа, пускай его там восстанавливают, мы свое дело сделали. То есть вот такие замечательные идейки. Вот, и что мне написали в комментариях? Я посмотрела, так, знаете, оно все как бы, ну, в общем, что-то там есть. «Вне себя» 2015 года. Здесь мы видим перенос сознания в другое тело, причем не в лабораторно созданное, а в настоящего человека, прежде живого, которого либо убили, либо он отдал свое тело за деньги, как произошло с главным героем, либо его похитили. Там в одной сцене маленький ребенок у престарелой пары. Вот, для стирания памяти вот этого тела, куда подсаживается сознание, нужно принимать наркотик в течение года. Вот, мы видим пару из белого мужчины и мулатки. И дальше я скажу еще в одном фильме, такое есть. Это программа по уничтожению белой расы и по тому, чтобы мы белые растворились среди вот этих вот клонов. Вот, и в этом фильме спецназовцы сыграны нелюдью. Если внимательно присмотреться к их лицу, к их глазам, видно, что это не человеческие существа. «Ультраамериканцы» 2015 года. Здесь, значит, Википедия определяет жанр как комедийный боевик. То есть МК-ультра – это такая сказочка, плод чьей-то фантазии, нечего бояться. Ну, вы посмотрите, ну это же смешно. Из 18-летнего наркомана сделать идеального убийцу. И главный герой исполняется Джесси Айзенбергом. Такой интеллигентный худенький мальчик с длинными кудрявыми волосиками. Он сыграл Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Вот, и, ну, конечно, мы смотрим, и нам смешно, и мы успокаиваемся, думаем, да какой МК-ультра, да ну это сказки, все, вообще кто-то какие-то параноики придумали. Этих активов, роботов, тоже играют роботы, если вы посмотрите на их лица, это тоже нелюдь. А, вот, девушку главного героя зовут Фиби, мне кажется, это FBI, ФБР, хотя она по сюжету, она агент ЦРУ. Вот, фильм «Прочь» 2017 года, значит, что мы здесь видим? Семейка сатанистов, белые сатанисты, они там охотятся на черных. Значит, эта семейка живет вдали от людей, то есть действительно некуда бежать их жертвам. Программирование происходит по родовой линии, но вот тот момент, который описывается, главный манипулятор – это женщина, мать семейства, психиатр, то есть опять главное зло исходит от матери. Она всех вводит в транс. И у героев, там одна сцена есть, тусовка, там очень странно все двигаются, странная мимика, то есть явно они как марионетки себя ведут. А в этом фильме мужчины плачут. И я хочу обратить внимание, мы часто это сейчас видим. Женщины бегают с оружием, а мужики плачут. То есть это тоже все делается специально. Какой бы там гипноз ни был, но чтобы вот так вот слезы лились ручьем, ну, я не знаю, это как-то очень, очень все неправдоподобно.
Значит, вот пара опять показывается нам: черный мужчина, белая женщина. Причем этот черный такой эстет, он фотограф. Вот. И обратите внимание, в американских фильмах часто нам показывают негров в роли интеллектуалов. Хотя мы знаем в жизни, что я ничего не хочу сказать против там людей других рас, но мы понимаем, что некоторые расы, они там способны, допустим, хорошо там танцевать, да, или там что-то такое делать, но не склонны к умственной деятельности. Вот. Говорят про президента Обаму в этом фильме, говорят фразу «черный цвет — это модно», то есть все такое вот, какой-то стёб такой непонятный, то есть, ну, сказать, что это жанр хоррор, ну, это как-то все тоже на грани какой-то, знаете, пародии. Непонятно, зачем такие фильмы снимают, честно говоря, и зачем люди их смотрят. Вот, и еще я посмотрела один фильм, правда, вот этот уже 1997 года, то есть ему 20 лет, «Теория заговора». Ну, что я тут интересного увидела? Увидела пирамиду в одной сцене, где герой выходит из кафе, причем кафе называется «Новый мир». Ну, то есть мы знаем новый мировой порядок, и все это не случайно тоже. Вот, и упоминается там МК-Ультра, главный герой является жертвой, но его показывают как такого сумасшедшего, и он таксист, то есть... Ну, можно было взять кого-то более такого умственно развитого. Вот. Но, тем не менее, несколько сцен есть, где вот его пытают. Кое-что там достаточно натуралистично выглядит. Вот. Ну, в принципе, наверное, я сворачиваюсь уже с этим МК-Ультра. Мне уже все это, честно говоря, ужасно надоело. Это все очень неприятно разбирать и неприятно озвучивать. Это не хочется верить, что это все правда, но... К сожалению, наверное, все-таки в этом больше правды, чем лжи. Как-то так.